Ну, понимаете, вот я вам так рассказать могу, да, но мне бы не хотелось, так сказать, светиться на экране. А, ну, понял. Давайте тогда мы это, знаете, как сделаем с вами этот... Я, так сказать, не совсем публичное лицо, ага. Мне не надо. А я, но я вам скажу, оно помогает. Угу. А чем помогает? Во-первых, ну, помогает, во-первых, вот у меня псориаз, когда я начал принимать ваш синтезит, так сказать, пошли заметные улучшения. Угу. По коже, вот это, именно, да? По коже, да. Пошли заметные улучшения. Вот так чем не мазал, как не мазал, оно, ну, так вот, непонятно, что было. А здесь пошли изменения. Угу, угу. Вот. Значит, ну, вот переболел я этим самым короной. Тоже довольно-таки, так сказать, ну, в общем-то, легко прошла. Угу. Особых каких-то медпрепаратов я не принимал, я в это время принимал синтезит, ну и, так сказать, растительные препараты там, и травы там, угу. вот такие вещи. Угу. Ну, тоже считаю, что, в общем, тут, учитывая мой возраст, у меня уже 72 года. 82 года? 72. Я думал, с вашим синтезитом будет и 62. Ну, дай бог, да, дай бог, да. Чтобы в 102 вам было 52, да, дай бог. Да, ну, пусть так получится. Нет, uh-huh. То есть, да, супруга вот принимает от сама, вот, сосуды там на ногах, вот, которые не были крупные, то есть, пошли, так сказать, видимые изменения в лучшую сторону. Uh-huh. По сосудам, по венам, да? Да, ну, я вены или артерии, фиг я знаю, что там, ну. Но то, что наружу было выступало, угу. Оно заметно, что самое... Варикоз меньше лучше, становится, что... да? Варикоз, да, да, вот, правильно. Угу, угу. Варикоз меньше становится. Ну, замечательно, замечательно. Нет, так и в целом, я вам скажу, так сказать, ну, состояние лучше, энергии побольше, вроде сил побольше. Конечно, конечно. Ну, хорошо. Ну, на один синтезит-то не надейтесь, тоже физические нагрузки делайте нам небольшие. Ну как же, ну без этого, куда сама угу. Денемся.